Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием под названием «Научный центр психического здоровья в пространстве психиатрии. Наследие и современные вызовы», посвященная 80-летию центра, проходила 6 и 7 июня в Москве. Научный центр психического здоровья начал свое существование в 1944 году как институт психиатрии, учрежденный в тот год Академией медицинских наук СССР. Он был в числе первых 25 научных учреждений новой академии, а среди ее первых 60 академиков был Василий Алексеевич Гелеровский, первый директор Института психиатрии. С 44 по 48 годы научные разработки института были связаны с анализом и обобщением опыта, накопленного отечественной психиатрией в годы Второй мировой войны. В фокусе исследования находились травматические поражения, неврозы военного времени, соматопсихические расстройства, обусловленные факторами военного времени и тому подобное. Сегодня научный центр психического здоровья, подведомственный Министерству науки и высшего образования, является одним из ведущих научных учреждений страны в области исследования психического здоровья и психических патологий. На юбилейной конференции обсуждались актуальные вопросы клинической, биологической и социальной психиатрии, а также вклад научного центра психического здоровья в решение научных и практических проблем психиатрической науки.